Всем привет! С вами снова Оля Мартынова и женский фитнес-клуб Energy. Сегодняшняя наша тренировка будет посвящена прессу. Принимаем упор на предплечье, зажимаем мяч стопами, сгибаем колени и выпрямляем ноги. Вдох сгибаем, выдох выпрямляем. Делаем примерно 8-16 раз. Дальше держим прямые ноги на весу, добавляем скручивание справа-влево. Делаем примерно 8-16 раз. Вторая серия. Сгибаем, выпрямляем ноги. Скручивание. Опускаем мяч на пол, ложимся, угол в коленях 90 градусов, две руки за головой, складка к двум ногам, делаем примерно 24 повторения, добавляем скручивание вправо-влево. Выдох вверху. Чередуем. Выпрямляем ноги. Стопы лежат на мяче. Подкручиваем таз вверх. И стоим. Примерно 8 счетов. Опускаемся вниз, делаем вдох, с выдохом наверх, правая нога уходит вверх, стоим. Медленно опускаем таз вниз, делаем вдох, с выдохом наверх, левая нога вверх, задержались. Медленно опускаемся вниз, зажимаем мяч стопами, прямые ноги поднимаем вверх. Корпус плотно прижат к полу, руки вдоль корпуса. Упражнение делаем примерно 16 раз. Усложняем. Передаем мяч из ног в руки. Делаем примерно 16 раз. Ноги держим прямо, руки по сторонам, скручивание вправо-влево. Работают косые мышцы живота. Наверху стоп, добавляем скручивание. Меняем положение. Зажимаем мяч стопами. Принимаем упор на левый бок. Поднимаем прямые ноги вверх. Продолжаем прорабатывать косые мышцы живота. Это упражнение делаем примерно 16 раз. Усложняем. Прямые ноги выводим вперед, назад. Держим ноги на весу, примерно 8 счетов, меняем стороны. На
Зажимаем мяч ногами, прямые ноги поднимаем вверх. Это упражнение хорошо тем, что здесь работает не только косые мышцы живота, но еще очень хорошо прорабатывается внутренняя поверхность бедра, передняя и задняя. Каждое упражнение делаем примерно 8-16 раз. Держим ноги на весу. Медленно опускаем вниз. Меняем стороны. Принимаем упор на правое колено. Левую ногу поднимаем вверх. 8-16 раз. Задержали ногу на весу и только пружиним вверх. Выводим ногу вперед, назад, вперед, назад. Делаем 8-16 повторений. Поднимаем ногу вверх. Нога постоянно на весу. Пружиним вверх. Вперед, назад. Вперед, назад. Осталась прямая нога впереди, поднимаем вверх. Пружиним. Задержали ногу на весу. Меняем стороны. Тот же блок упражнений делаем на правую ногу. На этом наша тренировка окончена. До следующих встреч. Пока-пока.